Ну вот, спустя 40 минут гости заждались. Вкуснятины. Сами лепили, сами будем кушать. О. Ой, красота. Фантастико. Фантастико. Александровна. Да, ну-ка давай. Джорджио, да, Джорджио говорит, что это фантастика. Так, ну все, надо. Давай, доставай. Давай. Да. Сюда. Так, сюда. Это не горячо будет, сюда сразу. Ничего Василий себе. Участвовал. Давай, Вася, доставай. Это голые манты. Доставай, доставай. Да подожди, вот эти-то вначале тебе скинуть надо. Подожди, а руки-то с Толивара может выдержать? Не, не надо, Василий, горячий, ну ты чё? Ну да, зачем? Не, да не надо, подожди, она сейчас стряхнет тебе, потом следующее. Не, не стряхнут, они горячие. Ну, вот стряхнет. Или в ту большую. Давай, подожди. Либо сразу сюда, попробуем. А давай вилочку, вилочку. Ну, да что же вы не можете разобраться-то? Во, процесс пошел. Так долго это, видишь, тебе руки сейчас загорятся. Да? Подожди. Давайте это, не будем все вытаскивать, просто закроем, чтобы были горяченькие. Нет, еще одну-то можно. Ну, красота. А, в тарелку сразу. Да, ну оттуда, да. Ай, смотри, какая ты прям пропорола ее. Так вот, я в том-то и делаю. Весь сок. Маленький пельмешек там. Мантешек маленький. Все. Давай, а это закрывай. Где крышка-то? Крышка-то где? Вот, наверное, нет. А, нет, не это. Не знаю, где куда дели. Где Ира, крышка-то? Так, закрываем себе. А потом горяченьких. Ну все, продолжаем праздновать. Главное, чтобы